Ну, а в заключении, как у нас по традиции, чуть-чуть хоров. Давайте. Те, кто остались и не сбежали. Кто не сбежит? Да садись, а что? Садись. Садись, да играй. А мы вокруг тебя. Мама постоит. Так. Как не сидеть, классно. Наталья, пожалуйста, проходите. Я не знаю. Ну что? Самолет у земли пробивает облака. Вот и ладненько, думаю, сели. А бетонную дверь я вступаю. Сначала. А что сейчас? Тональность не тональность. Бабки тональность, давай. Бля, давай. У него красивше получается. Или красивее, как правильно. Самолет у земли пробивает облака. Вот ладненько, думаю, сели. А бетонную твердь обступает по бокам. Молодая веселая зелень. Ну, трава и трава, так чего ж на уме? Вроде праздника, вроде бы смута. Так ведь, братцы, октябрь, дело катится к зиме. А она вдруг зашла почему-то. Пара-пара-пам-пара-пара-пам-пара-пам-пара-пам. Кто-то срочно отцвел, кто-то временно исчез. А кого-то кому-то скормили. Так ведь, братцы, октябрь, и по логике вещей пройдет осень под облачном небе. У нее свой сезон, у нее свои права, и ползет серый дней вереница. Только эта трава, сумасшедшая трава, не торопится ей подчиниться. Что за черт, что за сорт, кто там главный по траве, кто позволил мне пропуск чариза? Шум растет, а росток все упрями лезет вверх, будто снегу грядущему вызов. Будто щурится он в чем-то сказочном тепле, и надежду несмелую будет. Мол, понятно, природа, законы, т.д. Только, может, зимы-то не будет.